Всем привет! Привет! Вы на канале Принцесса Мам. Сегодня мы с мамой будем делать бомбочки. Бурлящие бомбочки для... Пузыри! Я люблю! Я люблю мужные пузыри! Да! Их когда в ванну бросаешь, они начинают пузыриться, кружиться, воду вокруг себя бурлить. Будет так, как водяная бомба. Как бурлящий бассейн, как в аквапарке. Как в аквапарке? Да, там тоже такая бассейнистая. Так, и смотрим, что у нас есть в составе. Значит, есть тарелочка для размешивания. Да. Сделаем бомбочки, потом посмотрим, как они бурлят. Так, смотри. Значит, есть такие формочки. Бегемотик. Дельфинчик, львенок и слоненок. Есть, значит, у нас тут три палочки для смешивания. Есть ложечка-дозатор для выбрасывания. Какая красивая. Видите, тут помимо этого еще есть перчаточки. Одна маме, одна Милане. Одевай. Вот тут вот. Да, вот, все. У нас есть пакетные. Да. И красители, значит, желтый, красный, синий. А в мамам у нас тоже был желтый. Лимон и абрикос. Ароматизатор. Ну и, конечно... А знаете, а в мамам тоже такие были цвета. Да. Можно делать бомбочки, вот можно делать, мы мыло делали, свечки. Вот из этого набора у нас бомбочки сегодня будут по планам. Значит, что нужно сделать? Одеваем перчаточку. Значит, берем формочку, берем компонент номер один. Так, тут нужны ножнички. Сейчас ножнички возьмем. Берем компонент, ножнички и высыпаем немножко сюда. Так. Еще у нас есть еще одна такая вот формочка. Белка. Тоже высыпем сюда. Да, ничего страшного. Так, теперь нам нужно с тобой... добавить цвет. Давай, я тоже сниму перчатку. Мне на самом деле жарко. Давай. Так, значит, смотри, тут два компонента. Один и два. А я открыла. А в мыло тоже такие палочки были. Да, вот смотри, я тебе закинула компонент. Да. Теперь мешай. Аккуратно. Спокойненько мешай. И себе. Как сам. Потом нужно будет добавить ароматизатор и краситель. А у меня какой номер? Ну, мы два компонента и тебе добавили, два и мне. Так, я сейчас... долго еще мешать? Нужно хорошо, чтобы было размешано. Все, переворачивай и выливай. А я возьму красный. Ух ты. До конца выливай прямо. И... кипит. Кипит. Угу. Она так бурлит. Интересно. Сейчас. У меня бурлит. Покажу, бурлит прямо. О, хватит, может быть? Да, надо перемешивать сейчас. Что, у тебя все тут? Все. У Миланы тоже. Дай. Шипит все прямо. Так, теперь это надо быстренько сейчас все перемешать. Я боюсь. И разложить по формочкам. По своему составу напоминает... как у меня! Пахнет вкусно, да? И у тебя ядовитый, а у меня вкусный. Да? Да. А потому что ты не весь ароматизатор, ну, поменьше добавляла, чем я. Ага. Да? Я люблю. Так. Ты взрослая, ты побольше. Ну да. Я маленькая, я еще сделаю, я пожалуй,
Так, ну давай пусть у меня будет дельфин еще. Я дельфин, а тебе останется слоненок и львенок. Я люблю слоненка. Вау, шипит еще. Шипит еще? Надо хорошенько перемешать. Вот. Ты выложи все, а я потом буду. Смотри-ка, у меня оно вздувается. Оно вот я такое пористое, вздувается, так интересно. А мне нравится. Интересно, главное, чтобы оно выше не поднялось. Смотри, прямо вздувается. Так, ладно. Теперь я. Оставим. Да, теперь ты. Сейчас я освобожу тебе ложечку. Слёнка. Я гладенько-гладенько клою. Давай, выкладывай. Такой ребенок у меня в пути. А можно вот этой штучкой так вот выравнивать? Палочкой. Воу! Он тоже растет, ты видишь, да? Он жила. Воу! Интересно так. Да. Теперь сюда выкладываю. Паста у нас еще осталась? Да. Yes. Я решила, что можно сделать вот такой вот кругляшок, как розовый. Бомбочка. Розовый. Из моего розового. А вот еще один кругляшок можно сделать. Вау. Из твоего. Мама, это не классный, а розовый какой-то. Ну да. Вот, а из твоего желтого тоже попробовать сделать кружочек отдельный. Я сама. Давай. Только осторожно, он рассыпается, его надо не сильно давить, а по чуть-чуть совсем. Давай я. Вот. Я посередину кружочком делать. Ага. А тут там у тебя дело в том, что еще и посушился уже. Он уже высыхает. Ну да, потому что мы меньше. Да, потому что ты меньше ароматизатора добавила. Не так много, как я. Так, дай покажу. Так шипит. Давай. Так, и будем что добавлять? Абрикос или лимон? Я хочу лимон. Лимон? Только меньше. На синий получилось сильно много. Он у нас такой голубенький. Сильно много порошка. Вот. Можно просто скатать шарик. Ну, шарик даже не катается. Мало это красителя или жидкости мало. Шарик не катается. Бомбочки. Получается только вот такая неровная штучка. Вот такая бомбочка у нас будет. Да? Сейчас она засохнет. Вау. Тихо, подожди. Я покажу. Вот такой у нас получился львенок. Дай. Подожди, он рассыпается еще. Аккуратно. Положим его. Я на солнышке сижу. Я все грызу. И грызу. И на солнышко грызу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну что, теперь пойдем проверять, как они бурлят. Смотри, тут получился из синего и желтого. Получился из красного и желтого зеленый. Да, немножко перекрасилась палочка. Ну что, пойдем проверять? Да. Thank you.
Всем пока-пока! Пока-пока! Подписывайтесь на канал Принцесса Милана! И ставьте лайки! Всем пока-пока!